Сейчас поеду в магазин за новой, не знаю, веревка, бечевка, как она правильно называется. А суть такая, что вот эта новая веревочка, а там вот старая, которую все годы вязал. Значит, смотрите, ситуация какая. Огурцам она не нравится. Усы пушатся, видите, в разные стороны. А вязаться к веревке не хотят. Пришлось обматывать огурцы вокруг веревки, видите? Вот как здесь. То есть вот усы, и они не вяжутся. Вот тоже усы. То есть по какой-то причине, у меня был уже это второй раз за все эти годы, то что сама веревка не нравится огурцам, не хотят они ее обкручивать усами и пытаются найти что-то другое. А вот веревочка, смотрите, та, которая, видите, усик, вот он завивается, но ни к веревке никак. То есть вот сам огурец просто оббит. А вот веревочка, чуть потолще. Я ей каждый год пользовался. Здесь вообще проблем никаких. Вот видите, все закручивается как положено. Вот тоже, пожалуйста. Все закручивается. В общем, никогда не думал, что все-таки такую роль играет канатик, на котором будет расти огурец. Вот тоже старая веревочка, видите? Вот обмотался как хорошо. То есть это не просто растение, как вьюн, ползет вверх. Оно еще и выбирает, к чему вязаться. То есть я так предполагаю, сейчас он будет цепляться друг за друга, за укроп и так далее. В общем, собираюсь в магазин, буду выбирать веревочку. Вот тоже колечко пошло, а вязаться некуда. Фикс прайс. Там, по-моему, я брал. Вот поеду опять туда же.